Креативный подход к детскому образованию на каникулах продемонстрировали во Владивостоке. Летний маршрут с необычным названием «Сам по следам» связывает сразу несколько музеев в приморской столице. Это целая игра путешествия для детей и их родителей. От Бахайского царства до современного искусства школьные каникулы в городе обещают ребятам много интересного. Межмузейные путешествия для семейной аудитории – это уже, можно сказать, российская традиция, которая укоренилась в Санкт-Петербурге и была там придумана в 2004 году. И в последующие годы заработали межмузейные маршруты в Москве, в Перми, сейчас еще в Эстонии, в Таллине и в Финляндии, в Хельсинки. Ну а теперь добрались и до дальневосточной столицы. Организаторы подчеркивают, межмузейный маршрут – это не просто экскурсия с гидом или педагогом-куратором. Это целое путешествие, где огромную роль играет элемент самостоятельного изучения и погружения в предмет. На помощь участникам должны прийти вот такие буклеты, а также интерактивное взаимодействие непосредственно с музеями. Собственно, это для нас тоже большая, наверное, часть радости вообще события, поскольку благодаря Лилии Геннадьевне мы стали частью этого большого события, у которого большая-большая история, и, я думаю, большое продолжение. Организаторам пришлось немало поломать голову над тем, как сделать межмузейное образовательное ралли разнообразнее, как расширить аудиторию, но не потерять в качестве. В итоге объединили 13 музеев города в 3 полноценных маршрута, сменив концепцию на более простую, но не менее интересную. Потому что до этого это была наука и море, и мы добавили город, тем самым позволяя семьям, детям исследовать территорию еще и в городе, обращая внимание на разные предметы, и на природу, и на архитектуру, и на историю, на все, что нас окружает. Маршруты для удобства разделили на возрастные группы. Если детям от 7 до 10 интересно, чем расчесывали усы 1500 лет назад, то ребятам постарше предлагается почитать дневники пилигримов и путешественников, открывавших Дальний Восток. Или, например, нарисовать традиционный орнамент приморских аборигенов. К слову, в этом году «Сам по следам» имеет свой лейтмотив. Тема 2019 года – это «Человек, который». И каждый маршрут, каждый музей ровно развил эту историю еще на маленькие подтемы, и ровно это и посетитель конечно видит в нашем путеводителе. В проекте принимают участие все площадки Владивостока, от Приморского музея имени Арсеньева до Центра современного искусства «Заря» и Дома чиновника Суханова. Первый этап уже начался и продлится до середины июля. Второй следует сразу за первым и закончится аккурат ко Дню знаний. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.